Откуда этот свист? Смотрите, это труп? Ему не удастся. Умрешь быстро! Пойдем отсюда. Спасибо. Драться можешь? Разумеется. Спасибо. На Итаке слишком опасно, чтобы... Но ты делаешь именно это. Да, ты прав. С шайкой разбойников я не справлюсь. Я провожу тебя до дворца. Что ж, мне повезло. Алексиос? Я Одесса. Меня на... Зачем тебе туда? Во мне течет кровь Одиссея. Ты потомок бывшего царя Итаки? Того, кто создал троянского коня и сразил циклопа. Того, кто побывал в землях лотофагов. Ты не первая, кто так говорит. Ну, увидеть дворец... Отправимся ко дворцу, пока можем. Руины? А чего ты ожидала? Не знаю.
величия. Меня назвали Одессой. В честь славного Одиссея. Я надеялась, что смогу лучше понять его. Ну и? Поняла? Увы, нет. Пойдем к кораблю. Я заплачу там. Вот, это тебе. Я разочарована. Почему это место так важно для тебя? Ты смеешься? Одиссей жил здесь, правил. Он положил конец Троянской войне. Ушел от Сциллы и Харибды. У него было все. Преданность, любовь. Боевой дух. Он привлек к себе внимание богов. Зато он стал легендой. Ты милая, так уверена, что придешь к цели. Не люблю, когда меня так называют. Я могу подобрать для тебя и другие эпитеты. Не терпится услышать. Скажем, прекрасная. Так даже лучше. Остальное узнаешь потом. Надеюсь, ждать недолго. Ну, что думаешь? Думаю, что мне стало гораздо легче. У меня так много желаний. Стать... Если ты хочешь стать великой, как Одиссей, действуй! Хитроумие принесло ему славу. А что можешь ты? Я проделала долгий путь к руинам жизни Одиссея. Не следовало просить совета у... Thank you.
Вперед, Фобос! На! Тише, тише! Живее! Давай! Эй, осторожно! Знаешь, сколько там было охраны? А все проклятый к... Продав этот камень? Купить дом, да. А вернуть долг циклопу нет. О, не грусти! Да? Кому как? Мне не нужны неприятности. Все получится. Я лучше промолчу. Возьми глаз, но не продавай.
Торговцы не поверят, что он наш по праву. Все знают, кому он принадлежит. Да. Чем в глазницу, лучше... Думаю, хватит на сегодня. Стой! Прибыла лодка. Я... И? В нашем городе таких красавиц нет. Думаю, это циклоп с друзьями. Вернулся? Я когда-нибудь вздохну спокойно. Убей их! Одной заботой станет меньше. К тому же с виду его люди богаты, как крёс. Им хорошо платят. Сплошная выгода. И правда. Брось. И где они? В заброшенном доме на восточном берегу. Часть сокровищ я оставлю себе. И не драхмы для того... Остатки в уплату долга. Что ж, ладно. Пусть знают, как у нас заведено. Заброшенный дом и люди. Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Прекрати! Обычно я поручаю грязную работу другим. Может быть, ты знаешь, чем вывести это пятно? Подойдешь ближе, крови будет больше. Может. Но тогда ты не узнаешь, что я хочу предложить. Умеешь убивать? Молодец.
Никакого сочувствия к тем, кто работает с тобой. Не со мной. На меня. Наемники. Судя по всему, бывшие. Так ты не работаешь на Циклопа? С каких пор наемники верят легендам? Я не о чудище, я о человеке. Ты прибыл издалека. Что тебе нужно? Верно, я не с Кефалинии. Меня привели сюда в поиски. Следуй за мной, Алексис. Откуда меня знаешь? Я Элпинор из Киры. Откуда я тебя знаю? Я действовал как ты. Спросил, не ответили. Кто тебя прислал? Я ценю любознательность. Хорошо, полезно. Ты знаешь больше, чем говоришь. Знать о тебе в моих интересах. А в твоих узнать меня. У меня украли кое-что и увезли на Итаку. Саван, сотканный Пенелопой. Хочу выкрасть его назад. Саван Пенелопы? Жены Одиссея? А ты шутишь? Небольшой фрагмент. Что за вздор? Это была бы бесценная находка. Вот я и хочу вернуть ее. Итак, а большой остров? Мне нужны подробности. Начни с дома Одиссея. Бывшего дома. Прекрасная легенда. Единение сердец. Ладно, я берусь. Это будет непросто. И недешево. Тогда по рукам. В гавани тебя ждет лодка. Возьми. Только не выходи в открытое море. Заберешь саван, встретимся в храме Зевса. Ладно. Да, Мистий. Удачи.
дому Одиссея на маленькой лодочке. Лучше мне не гневать Посейдона. Тот самый саван. Элпинор не обманул. Алексиос, дело сделано? Конечно. Отлично. Теперь саван твой. Он тебе не нужен? Но тогда зачем? Я обрел нечто более ценное. За твои труды, Мистей. Мне начинает казаться, что это была проверка. Возможно. Ты молодец, Мисти. Что скажешь, если я предложу убить полководца в Мегарите? Справишься и получишь вдвое больше. А? Что скажешь? Тебе придется уплыть с Кефалинии так далеко, что можешь не вернуться. Я не убийца. Все бывает в первый раз. Что скажешь? Кто этот полководец? Его зовут Волком. Он тебе чем-то насолил? Да, я теряю деньги. Он мешает вести дела. Что ты можешь сказать о Мегариде? Это самые ценные земли в Греции. С военной точки зрения, конечно. К несчастью для местных жителей, у них два могучих соседа, и они не хотят жить мирно. Коринф и Афины постоянно сражаются за Мегариду. Почему я? Тебя там никто не знает. Ты словно тень. Я берусь. Отлично. Тебе нужен корабль. Он у тебя есть? Если бы был... Мы бы сейчас не разговаривали. Как жаль. Боюсь, даже ты не доберешься туда без корабля. Найду. Прекрасно. Надеюсь, крепкий.
Это почему? Плавать по морю весьма опасно. Грядет война, и волк не на той стороне. Война? С кем? Греки вцепились друг другу в глотки. В какой дыре ты жил все это время? На Кефалине. Откуда мне знать, что ты на той стороне? Потому что я плачу тебе. Я тебя не подведу. Как сделаешь все в Мегариде, встретимся в Факиде, в лагере паломников. Нужна лодка. Найду корабельщика. Добрый корабль, Телеменис. Алексиус! Так и есть. Корабль для хорошего капитана. Капитана при деньгах. Мне очень нужен корабль. Каждому на Кефалине нужен корабль или место на нем. Еще бы, такая дыра. Мне ли не знать? Даже если купишь корабль, кто будет грести? Ты? Да я бы отдал левое яйцо, чтобы увидеть это. Это Кефалиния. Я всегда смогу найти того, кто готов рискнуть, лишь бы выбраться с этого острова. Моря сейчас опасны. Опаснее обычного. Это самоубийство. Немного от тебя пользы, Телеменис. Не знаю, поможет тебе это или нет, но по слухам, вас с Маркосом ищет циклоп. Слухи ничего не значат. Не верь всему, что говорят. Кстати, еще говорят, что его корабль в заливе Клептос. Корабль, говоришь? Думаю, стоит наведаться в Клептос. Осторожней. Этот одноглазый варвар опасен. Значит, можно взять корабль и расправиться с циклопом. Два зайца одним камнем.
Циклоп, пора нам поболтать. Боги, свидетели, клянусь! Какие боги? Неужели так важно? Все боги, клянусь! Все, что есть! Я в жизни не слышал, чтобы человек столько говорил о богах! Отпусти его! Никто на этом острове не смеет говорить этого! Он сказал циклоп? Это так тебя задевает? Я не люблю, когда люди зовут меня так! Я тебя... Я... Но ты жирный, то есть большой и сильный. И у тебя, правда, один глаз. Глаз! Отдай! Отдай, и я пощажу твоего друга Маркоса! Отдай мне глаз! Отдать? Так возьми. Мыслимо! Мы убили наемника! Циклоп, пора нам поболтать. Боги, свидетели, клянусь! Ugh.
Циклоп, пора нам поболтать. Боги свидетели, клянусь! Победа моя! Здесь меня могут заметить. Боги свидетели! Сдохни! Сдохни! Умоляю! Yeah!
осторожным. Бог, эти здесь бдительные стражники. Боги, эти ли... Думаешь, нет? Есть?
Нельзя больше откладывать. Даже у таких крыс найдутся друзья на Кефалинии. Видит Зевс, кефалонийские разбойники не шутят. Рад, что ты со мной. Они тебя боятся. Спасибо тебе. Тому, кто всю жизнь провел в море, было бы позором утонуть в глиняном горшке. Ах да, забыл представиться. Я Варнава, капитан Адрести. Что ж, Варнава, рад познакомиться. Я Алексиос, наемник. Ха-ха-ха! Уверен, что ты здесь не случайно. Ты о чем? Когда меня окунули под воду, я взмолился богам. А когда вытащили, там был ты. Ты позвал, я откликнулся. Многие говорят, что в их жилах кровь богов. Но ты первый, кому я верю. Где твоя родина? Трудно сказать. Мой дом Адрестия. Но родился я в оливковой роще на Миконосе. Как ушел на войну, больше туда не возвращался. Так ты солдат? Был когда-то. Служил капитаном в Афинском флоте. Но однажды... Почему на тебя напал? О, ты знаешь местных. Без обид. Я... Что же их так... Недавно мы нашли человека на плоту. Перед смертью он нам такое поведал. Кровь застыла в жилах. Раскат... Да, циклоп принимает все близко. Это? Когда бог морей приходит в ярость, я видел зверя. Жуткую тварь. Мне мало кто верит, но мой слепой... Так у тебя есть корабль? Конечно. Упаси меня боги застрять тут навсегда. И где он? Благодаря тебе все еще в гавани сами. Возможно, сама судьба свела нас вместе. Мне нужен корабль и команда. Ха-ха-ха! Ты спас мне жизнь! Я оскорблю богов, если... Ты согласен? Я и мой корабль к твоим услугам! Ты впрямь низ. Ха-ха! О, нет! Ah!
Когда пожелаешь, капитан. Стой! Подожди, Алексиус, я собрала все, что нужно. Хочешь плыть с нами? Куда ты, туда я. Ты же родилась на Кефалине, это твой дом. Зачем его покидать? Чтобы всегда быть рядом с тобой. Тебе нельзя плыть со мной. Хватит упрямиться. Но ты не справишься один. Справлюсь. Раз мне нельзя, возьми Хару. Хару? Орлицу. Мою подругу. Подарок моей мамы. Ну, пусть будет с тобой. Напоминает обо мне. Станет твоей подругой. Спасибо. Хорошо, что ты спас Кину. Мне будет с кем играть. Береги ее. Вдруг болезнь еще не отпустила. Обещай, что когда-нибудь мы увидимся. Обещаю. Обязательно увидимся. А до тех пор будь умницей. Не волнуйся, буду. Ладно, до встречи. Алексиус! Покинешь Кефалинию, не попрощавшись с лучшим другом? Не может, ты ведь уже здесь. Мы были прекрасной командой, а теперь расстаемся. Ну что? О, ладно, иди сюда. Да, чудесно. О, как же я буду скучать, Алексиус. Да, Маркос, я тоже. Чем будешь заниматься теперь? Пить вино! Хотя оно, конечно, может выдохнуться, но я всегда готов к приключениям. Кстати, милая Феба, для тебя есть задание. Задание? Да. Как думаешь, она достойна занять твое место? Готов отплывать? Готовь корабль. Отплываем. Славно! Мы и так задержались на берегу. Пора в путь. Что ж, куда отправимся? Какой край желает посетить могучий Алексиус? Мегариду. Мегариду! Но ведь там идет война. Я должен убить одного полководца. Кого? Его имя Волк. Волк? Кому нужна смерть Николауса из Спарты? Николауса? Оракул определила ее судьбу. Если она не умрет, Спарта падет! Останови их! Нет, она не опасна. Она поможет. Она поведет нас! Молчать! Нет! Не надо!
Смой с себя этот позор! Заплати жизнью за жизнь! Взгляни он на меня, не такой, Николай. Как мы! Не слушай! Николаус! Не слушай! Нет! Нет! Не слушай! Николаус! Не надо! Отец! Николаус! Стой! Николаус! Нет! Николаус! Николаус, послушай! Взгляни на меня, Николаус! Нет! Не слушай! Ты осквернен! Избавь себя от скверны! Отец! Ради Спарты! Нет! Отец! Нет, мое дитя! Алексиус! Плывем в Мегариду. Скорей. Боги, но зачем? Почему мы должны рисковать своими жизнями и плыть туда? Потому что волк из Спарты – мой отец. Чудесный морской бриз. На палубе всегда так качает. Ха-ха, у тебя есть прекрасная возможность привыкнуть к качке. О, о чем ты? Ну, пока циклоп мял мне бока, его пираты забрали мой груз. Я знаю, куда они направляются. Что, если нам вернуть его? Конечно. Хорошая проверка для команды и корабля. Ну, вперед! Поплыли! Ну-ка, проверим паруса! Что ты с нами, капитан? Гребцы, ну! Мы не сможем плыть быстрее! Навались! Быстрее! Гребцы, отдохнуть! Живей! Лучники! Скорей! Вау! Нас держать! Отец!
нет, какие-то обломки! Наталь, скорости! Быстрей! Лада! Лучники, готовьтесь! Уничтожим врага! Крепцы ведения! Этих пиратов сгинули мои товарищи. Спарта и Афины рвут друг другу глотки, и в море стало опасно. Нам нужны новые члены команды. Я знаю отличного лучника. Он мог бы нам пригодиться. Где его найти? Ну, его придется убеждать. О чем ты? Доставь его на борт, и я его уговорю. Драхмы подсластят сделку. Он должен быть без сознания? Нет, нет. Нужно лишь немного его усмирить. Потом доставить на корабль для беседы. Все будет хорошо, обещаю. В наше время пиратов в этих водах больше, чем сардин. Курс в открытое море! Вот и он.